В Новосибирске прошел турнир по городошному спорту среди людей с ограниченными способностями. Валентина Чечулина расскажет подробнее. В Новосибирске прошел турнир по городошному спорту среди людей с ограниченными способностями. В реальности окружающего нас мира люди с ограниченными способностями не всегда имеют возможность получать от жизни максимальное количество положительных эмоций. Особенно сейчас, летом, многие из них осознанно заточают себя в душных квартирах, думая, что общество не принимает их. Всегда сложно быть человеком, не похожим на других, и более того, когда твоя особенность заключается в физическом недостатке. Но организаторы который год доказывают, что каждый имеет право на доброе общение, новые знакомства, прогулки теплым днем и даже спортивные достижения. У нас, скажем так, уже традиционный турнир летний, мы проводим его уже 4-й год на этом стадионе. То есть, спасибо вот администрации стадиона. И здесь вот собираются у нас, раньше собирались только опорники, так скажем, да, и колясочники, и стоя тоже с нарушением опорно-двигательного аппарата. Этим летним утром люди с ограниченными способностями собрались поиграть в игру детства их родителей – городки. Принять участие мог каждый, но особенным подарком стало общение и новые знакомства. Такие мероприятия помогают раскрыть свой потенциал тем людям, которые в силу своих особенностей не могут принимать участие в спортивных соревнованиях в привычном для нас понимании. Не будем забывать, что каждый человек уникален и обладает своими индивидуальными способностями. Валентина Чечулина, Сергей Хондаченко, специально для ТБН.